В городскую казну из федерального регионального бюджета поступило свыше 1 миллиарда рублей. Увеличение расходной части бюджета рассмотрели на очередном заседании городской думы. Львиная часть поступивших средств – это 500 миллионов рублей – пойдут на строительство школы в микрорайоне Центральной в Новом городе. А вот на другую школу, уже в микрорайоне Искра, заложено 430 миллионов рублей. Сумма пойдет на закупку оборудования и завершение строительства образовательного комплекса. Не останутся новые микрорайоны без проезжей части. Новая дорога появится на участке по улице 154 стрелковой дивизии в Засвияжье и на улице Еремецкого в Заволжье. На это из вышестоящих бюджетов выделено 133 миллионов рублей. Ну и ряд вопросов, те, которые сегодня связаны с отдыхом горожан, парки, скверы. Мы делаем некоторые передвижки, там небольшие суммы по 1,5-2 миллиона, но они в целом скажутся очень плодотворно на жизнедеятельности, качественном проживании горожан. Еще 2,5 миллиона пойдут на развитие государственной программы «Доступная среда». Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».